Здравствуйте. Вот и заканчивается лето, как всегда, очень быстро. В завершающем летнем выпуске новостей от «Прян» реплика о Португалии, цифры из трех других стран Европы, а также несколько слов о новом направлении в Азии. Начну с двух кратких новостей. Новостройки в Черногории заметно подорожали. Это данные местного статистического ведомства Монстат. Средняя цена во втором квартале 2023 года около 1500 евро за квадрат. Годовой рост чуть превысил 9%. Примерно таковы же средние цены в двух самых популярных районах страны. Это на побережье и в столице в Подгорице. А вот в центре Черногории они в два раза ниже. Но там и проектов дорогих почти нет, и недвижимость интересна в основном местным жителям. Следующее. Консалтеры из BNP Paribas высоко оценили перспективы, пожалуй, самого многострадального рынка Европы последних лет – греческого. В Элладе цены и сейчас ниже, чем были, скажем, в 2010 году – минус 14% за последние 13 лет. Но здесь в конце прошлого десятилетия не было роста – зато жилье заметно дорожает сейчас, в годовом исчислении на 10-15%. Это уже данные к концу первого квартала от Банка Греции. В общем, вот нам еще одно подтверждение, что рынки стран Южной Европы чувствуют себя последнее время лучше других на континенте. Теперь про иммиграционные программы. Недавно мы говорили о португальской золотой визе. Мол, схема меняется, покупка недвижимости перестает быть основанием для получения ВНЖ. Вопрос только, когда это произойдет официально. И вот это официально опять откладывается. Президент Португалии наложил вето на законопроект, связанный с местной программой «Больше жилья», один из пунктов которой как раз изменения по золотой визе. Теперь закон возвращается в парламент. Правда, депутаты, скорее всего, ничего менять в нем не захотят, а второй раз президент вето наложить не сможет, и программу все-таки поменяют. Это должно произойти в конце сентября, максимум в начале октября. Получается, те, кто хочет, может успеть податься на ВНЖ по текущим правилам. Но вот тут позвольте небольшую реплику. Пример Португалии очень хорошо показывает, что сейчас происходит вокруг иммиграционных схем практически всех. Слухов и мнений намного больше, чем фактов. То есть, вот эта программа вроде закрылась, но получается нет. Россиянам ВНЖ по европейским программам не дают, я уже говорю даже не о Португалии, но с другой стороны вроде как и дают. И практика конкретной компании, даже самой авторитетной, не является абсолютной истиной. 4 года назад все было проще, а сегодня успех или неуспех вашего кейса зависит уже от работы не риэлторов, а юристов. Успешные примеры не являются гарантией, но и наоборот, если кому-то отказали, не факт, что откажут и вам. Ведь мы говорим о деликатнейшей сфере, где информации и юристы, да и сами страны делятся очень неохотно. Просто надо помнить, что в вопросах иммиграции и при покупке зарубежной недвижимости самое главное – это доверие. И только вы можете решить, кому доверять, а кому нет. Если человек, компания или даже государство не найдены, то и начинать процесс, на мой взгляд, бессмысленно. Косвенно в продолжении темы еще одна инвест-программа, официально продолжающая работу со всеми, кипрская. Постоянный вид на жительство. И тут, особенно после закрытия счетов многим россиянам еще весной, появляются комментарии, мол, ничего вам не дадут. Кстати, в середине недели Кипр действительно прекратил выдачу виз, но цифровым кочевникам. Большинство их – айтишники из России. Но в этом случае выдача остановлена по прозаической причине. Годовая квота по программе 500 виз, с начала года она выбрана целиком. Возможно, в будущем году параметры увеличат, но сделают это или нет, еще неизвестно. А вот что касается инвестиционного ПМЖ, здесь квоты нет. И киприоты, очевидно, старались и стараются программу сохранить. На страну давят в Европе, условия программы ужесточают, последний раз это случилось в мае. Одновременно с изменениями, кстати, пообещали, что заявки будут рассматривать быстрее. Правда, пока явно не сложилось. Когда в мае изменилось законодательство по постоянному виду на жительство, действительно были озвучены новые сроки – 2 месяца. На сегодняшний день, к сожалению, эти сроки еще не исполняются, и на практике весь процесс занимает около 6-7 месяцев. Но хорошая новость состоит в том, что эти разрешения продолжают выдавать россиянам, и большое количество наших покупателей получили в этом году этот статус. Конечно,
Необходимо заметить, что и банки, и иммиграционные службы сейчас все более и более внимательно относятся к документам, поэтому необходимо хорошо подготовиться к подаче заявления. Задумайтесь о том факте, что спрос на кипрскую недвижимость со стороны иностранцев растет. Только за июль граждане не из стран ЕС купили на острове 436 объектов, с начала года более 3000, динамика плюс 83% к прошлому году. Давайте зададимся вопросом, а кто эти покупатели, откуда они и зачем покупают? Ведь как место для инвестиций Кипр рассматривают откровенно нечасто. Правда, последняя статистика и тут неплоха. Компания KPMG и РИКС, Королевский институт сертифицированных оценщиков, представили динамику цен и доходность разных типов недвижимости на Кипре. Второй квартал 2023 года ко второму кварталу года 2022. Квартиры подорожали на 12%, дома на 9%. По нынешним временам это очень много. Ставки аренды выросли еще значительнее. Результат – выросшие показатели доходности, они на экране. На Кипре апартаменты дают больше возврата в процентном отношении по отношению к виллам. И это актуально и для краткосрочной аренды, и для долгосрочной аренды. В этом году арендные ставки выросли и по апартаментам, и по виллам. И сейчас по апартаментам, если они сдаются в краткосрочную аренду и даже в долгосрочную, можно рассматривать порядка 5-6% возврата на вложенные средства. Но еще раз замечу, Кипр покупатели недвижимости рассматривают не как исключительно инвестиционное направление, а скорее по совокупности достоинств. Плюс жилье за границей сейчас все чаще рассматривается как способ вывода и хранения средств. А вот Юго-Восточную Азию как инвестиционное направление рассматривают куда чаще. Основное наше внимание сосредоточено на двух странах. Это Таиланд и Индонезия, даже конкретнее туристический Бали. Хотя можно назвать еще с полдюжины государств региона, которые в принципе могут быть интересны, в первую очередь инвесторам. Одно из них – Камбоджа. Граничит с уже упомянутым Таиландом, а также с Вьетнамом. Имеет выход к Сиамскому заливу. Туризм – одна из главных статей ее дохода. Цены на недвижимость здесь умеренные, даже по сравнению с соседями. Можно взять объект под сдачу в аренду куда дешевле, скажем, 100 тысяч долларов. И вот эти предложения начали представлять у нас в России, Украине, Казахстане. Понятно, что вопросов возникает много. На часть из них наши коллеги из компании Sotheby's ответят на вебинаре «Приан» в ближайший вторник, 29 августа. Во что инвестировать? Как это делать? Как защищены права инвестора? Что можно и вообще, что нельзя в Камбодже? Также участники вебинара оценят камбоджийскую недвижимость в сравнении с тайской и индонезийской. Пхукет, Бали, а может быть Сиануквиль или Коронг. Присоединяйтесь во вторник в 13:00, все обсудим. Ссылка на регистрацию на вебинар в описании к этому выпуску. А я на этом прощаюсь. Если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем мира и безопасности.